Здоровье жителей Кубани – один из важнейших социальных приоритетов, и поэтому органы государственной власти края постоянно работают над вопросами совершенствования деятельности отрасли. Краевая программа развития здравоохранения не на словах, а на деле работает для жителей Славянского района. Востребованность в офисах врачей общей практики не нуждается в доказательствах. В сельских поселениях сюда приходят жители для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. В нашем муниципалитете ценят людей в белых халатах. Каждый им признателен за их работу. И в настоящее время очень важны условия, в которых идет прием пациентов и осуществляется их лечение. В рамках госпрограммы Краснодарского края развития здравоохранения нашему району была выделена субвенция из средств краевого бюджета в размере более 60 миллионов рублей на АВОП в хуторе Голицын. Уже возведено здание медучреждения. Работы идут активно. Приятно работать, конечно, в современном здании. Все жители ждут это здание современное. Мы очень надеемся, что сюда приедут дополнительные врачи. Для этого все есть условия. Это здание у нас будет укомплектовано кабинетами стоматолога, терапевтический кабинет, педиатрический, акушер-гинеколога, процедурный кабинет, прививочные кабинеты два, и детский, и взрослый. И будет дневной стационар на 5 коек. То есть все это будет в этом здании, и все могут получить квалифицированную помощь. Вот строй офиса врача общей практики позволит поднять медобслуживание жителей хутора Голицыны Кировского сельского поселения на новый уровень. Медицинские работники смогут здесь принимать до 50 человек в день. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».